хорошая игра Академии, всегда опасаюсь этой команды, что сегодня не произошло. Первый тайм у нас провальный, да и во втором тайме тоже мы имели моменты в свои ворота. Мы после игры с «Нефтехимиком» немножко вознеслись, сегодня опустились на землю. В принципе, все. По игре складывалось так, что вели 2-0. Вот. Ну и, конечно, супер сейвы вратаря на последних вот в концовке матча, вратаря соперников. Ну, наверное, мы в этих моментах могли и вырвать победу. Вот. Сыграли мы лучше, конечно, первый тайм по содержанию игры. Вот. А второй тайм усталость накопилась, мы начали опасаться слишком соперника и из-за этого упустили и еще и инициативу. Вот. Но все-таки я считаю, что мы не расслаблялись.